Остановись, пожалуйста, одну секундочку. Начинается сезон самокатов, роликов и велосипедов. О необходимости соблюдения правил дорожного движения напомнили ребятам сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями проекта «Родительский патруль». Ребята, многие правильно отвечают, что несмотря на то, что у них есть самокаты, они являются пешеходами. Поэтому использовать эти средства передвижения можно только в зонах, где передвигаются пешеходы. Профилактический рейд «Пешеход» провели рядом с гимназией номер 13. Автоинспекторы помогали школьникам правильно переходить дорогу, а для закрепления полученной информации вручали памятки. Юные пешеходы обещали быть дисциплинированными и соблюдать правила дорожного движения. При переходе дорог я использую самые стандартные правила дорожного движения, то есть надо посмотреть право-лево, нет машин, переходи и все. Ну, чтоб так за конец, за секунду до конца светофора редко перехожу, потому что жизнь дороже. По словам педагогов гимназии номер 13, профилактические акции проходят несколько раз в год. Их главная цель – уберечь школьников от несчастных случаев. Обязательно учитывается профилактика травматизма детского, поэтому и видеоуроки, и работа на площадке с детками, и изучение знаков. И еще у нас работает группа ЮИД, юных инспекторов движения, которая проводит, в особенности с младшими школьниками, занятия периодически, да, приходит, рассказывает. Дети у нас все правила знают. В общем-то, это идет работа очень активная по этому вопросу. В преддверии каникул педагоги и госавтоинспекторы надеются, что родители также побеседуют с детьми о безопасном поведении на улице, чтобы долгожданные месяцы летнего отдыха прошли без неприятностей. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».